І так, знаєте, ми сьогодні поговорили про одну важливу тему: це про вогнегасники, тому що це необхідно і щоб в нас було, і в офісі було, і в автомобілі було. І також знаєте, є ще одна дуже важлива тема. Тому понеділок буде на сьогодні важливих тем. Сьогодні у Сполучених Штатах відзначають день боротьби із СНІДом. Тому чому б не порушити ще раз це питання? Тому сьогодні про це поговоримо. Та взагалі тема дуже актуальна. Мені здається, скільки на неї не ну. Скільки про неї не говори, стільки разів все одно буде з'являтися запитання сьогодні, ми вирішили поговорити у нашій ранковій студії з Іваном Білясником, соціальним працівником та консультантом у сфері профілактики ВІЛ та СНІД, доброго ранку. Добрий ранок я так думаю, що вас неодноразово запрошують на такі теми, і вам неодноразово доводиться доносити цю інформацію. І скільки разів не говори, все одно з'являються запитання. Да, всегда сколько болюді при вічні ну. Людям про это не розказує все час. люди будуть делать ну там ошибки, будуть міфи, поэтому міфи. Да, я часто дуже важливо постійно об этом разговаривать і людям розказувати важливість. Та ось давайте розпочнемо з того, що ми знаємо. Є початкова якби стадія ВІЛ, а потім вона приростає в щось таке більш страшне: це СНІД. Можемо поговорити, як проявляє себе ВІЛ, і потім чому він перетворюється у СНІД. Да, вообще, сам ВІЧ, ну, Не является ну как опасным то бишь у него нету там каких-то особенных э, симптомов то есть э, ну как бы человек -э, может жить и там год с этим и пять лет и 20 и потом бас, и ну как бы спит да а собственно сам вич он у нас э, ну как бы его главная опасность в том что он а, атакует наши иммунную ну Систему. Mm -hmm. То есть э, наши защитные функции, то есть это там Т-хелперы, моноциты ну, и прочее там разные. То есть он атакует самую важную нашу часть. Это э, то, что как бы показывает в организме, что нас, ну, ну как напали, да. Mm -hmm. И э, это может быть, ну как я сказал, год 5-10, и потом э, как бы э, ну, медленно и ну, как бы, по ходу э, ослабевает организм, из-за чего уже он не способен, ну как бы бороться с вирусами, с бактериями, с там, с паразитами, ну и прочее. То есть мы по сути просто, ну как голые без защиты и уже потом спит. То uh -huh. есть это прямо, ну такая остаточная фаза, где мы э ослаблены, там у нас могут быть и опухоли, и паразиты, и бактерии. То есть ну как бы все подряд просто, ну мы все. Ну, якщо вже в людини може бути, якщо вже вона захворіла на це захворювання, чи є якісь методи профілактики, які допоможуть нам прожити довше саме з цією проблемою? Так. Да, э, найважливіші методи це, ну, наприклад, ну, як воздержание, Это верность, верность в том плане, что есть люди, ну, там, у которых могут быть разные половые штуки. То есть очень важно, чтобы был как бы один постоянный, как бы половой, партнер. Также еще правильное использование защиты это есть мужские и женские. Да. Угу. И очень мало людей знают, что есть доконтактная профилактика и пост. Доконтактная, она как бы заключается в чем? Есть таблетки, человек идет там в какой-то, ну там спеццентр, он задает, ну там перечень нужных анализов, и ему врач может, ну там выписать там на месяц, на полгода ДКП, это, ну как бы доконтактная да, профилактика, и человек должен пить их, ну там каждый день по таблетке в день. и ну как бы пока он их э, ну, как пьет? пьет, он не заражает вич. Mm -hmm. то есть, э, это ну да, это очень хороший метод в целом. Ну все, что нужно, это просто пить это и все. Но есть если... то, что ты на ВИЧ это таблетки, это если ты здоровый. Ага. Это, если ты здоровый, да, но минус это то, что это надо пить как бы каждый день, поэтому не все люди могут ну там утром встать и выпить, да, там кто-то там ну там то забыл, то в больнице еще что-то. Также из минусов это могут быть побочные эффекты, ну там боли в голове, в животе, там ну там всякие штуки, да, то есть и еще идет большая нагрузка на печень и почки. То есть в любом случае перед этим всем нужно проконсультироваться с врачом и сдавать анализы там, на печень и на почки. Это до профилактика, если человек не болеет и не хочет да, заболеть. Есть еще пост, ну, как бы профилактика. То есть, если даже вдруг человек спонтанно, ну, там у него был секс, да, и утром он узнает, что его, ну, там, девушка, да, ну, если парень, вдруг с положительным статусом, то даже тут ну, можно ну, ну как бы меньше париться. да, то есть можно в течение там до двух суток э, сходить там в ближайший, ну как спидцентр и там э, могут выписать э, постпрофилактику, то есть это ну как бы по сути то же самое, но просто она пьется месяц э, и все, то есть э, ну как бы можно пить до, можно после. Це, ну, я ему верю, что ты не захворишь, так? Э, скорее всего человек не заболеет, там ну как бы очень ну как высокий шанс. То есть даже в случае, если это и было, то, ну, вот, ну, знаете, как бы люди очень часто думают, что ВИЧ — это все, страх, смерть, но в основном, ну, ну, как бы мало кто знает, что есть очень э, обширный спектр действий в случае, ну, там, опасных всяких... Контактів, тобто, якщо розібратися, проставити всю цю інформацію, так знаєте, ланцюжком одразу ми розуміємо, взагалі з яким партнером ми зав'язуємо стосунки, краще перевірити. Так да. якщо ми не перевірили, треба вже потім після того краще сходитися у перші два дні перевіритися. Бо за ці два дні можна якраз вийти на лікування, яке після умовного зараження можна потім якби вилікувати і не дати змогу ВІЛ засісти в твоєму організмі. Дану ето в случі, якщо Ну, как бы человек сказал, что он болен, потому mm -hmm. что э, у ВИЧ есть, ну, как бы период окна, это месяц, и вот в этот месяц нельзя никак обнаружить, что в теле есть ВИЧ. Mm -hmm. То есть вот это, ну, как бы в чем и опасность, что вот первый месяц, ну, как бы человек, ну, там, живет, все хорошо, и, ну, как бы в крови слишком мало вируса, чтобы там всякие тесты, экспресс-тесты, ИФА могли его э, обнаружить. То есть очень важно э, до секса как бы пообщаться, там, сходить в клинику, там, в лаборатории, ну, чтобы быть ну, как-то максимально м -м, уверенным. Ну и важно там э, э, и контрацепция, и ну, там можно ДКП сразу, ну, как бы максимально себя так обезопасить, да. Ну, или постоянный, ну, ну, как бы человек, в котором ты можешь быть уверен. О, дивіться, така мені здається, ця ситуація буде, якщо у тебе є якісь партнери, ти знаєш, що ми так заявляєш, а пішли здавати тест. Ну, мені здається, для когось це може бути шоком, то як отут правильно вдіяти, щоб і не відштовхнути, і все ж таки бути і собі спокійними, щоб партнер був спокійним, і у вас були нормальні стосунки. Ну, якщо е, ви замічаєте, що партнер как-то негативно к тому відноситься, е, то можна або... не заниматься с партнером сексом, ну то есть, ну как бы, э, ну как сказать, что э, извини, там, ну там, я боюсь там за свое, ну как здоровье, ну нет, либо можно пить ДКП самому, чтобы не заразиться в случае, ну в случае чего, или, ну как бы с концеп контрацепцией, ну то есть, в принципе, даже если э, человек с которым вы хотите не хочет там все вот эти штуки делать, то можно, ну как бы самого себя обезопасить максимально. Но опять же, лучше, если вдруг там, у человека есть там статус, или он его скрывает, не, ну, как бы не, не рисковать. Uh -huh. Потому что и само как бы ДКП, оно э, может спасти только от ВИЧ. То есть оно не защищает там, от сифилисов, от гепатитов, ну, то есть тоже такое. Uh -huh. такая... а, мне даже интересно, что-таки антиретровирусная терапия. Что все-таки? А, в случае, если все-таки а, произошел, ну, как бы. Коитус, и не было ни ДКП ни ПКП и все-таки там ну там спустя месяц человек идет на тест и ну, обнаруживает что все-таки он болен первое нужно ну если это был экспресс тест то во-первых это не показывает что у человека ВИЧ, но его потом ну как перенаправляют в спидцентр в спидцентре уже делают ИФА тест ну иммуноферментный анализ то есть он уже, ну как бы более точно покажет, сколько вирусов в организме и, ну, как сильно он, ну как бы заражен. После этого человек ставится на д учет и потом уже ему прописывается антиретровирусная терапия. В чем вообще особенность? Назначают вот просто несколько именно ретровирусных, ну как бы лекарств и человек их просто систематически пьет каждый день и пока он их пьет, ну 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 как бы надо уже будет пить ну как бы всю жизнь, ну понятно. Я думаю это зло меньшее, чем если просто там хоп и спит будет. Человек пьет каждый день это и в принципе вот я к чему вел, что да вот все боятся, ВИЧ, так я сказал выше, что вот ВИЧ, это смерть, это все нету там жизни партнеров и деток нет. Люди очень сильно ну как бы боятся этого, но по сути если ну как бы стабильно пить арт то Человек может жить, ну как бы спокойной жизнью, он не болеет, он не заражает никого и больше скажу, у них могут быть дети. То есть, ну как бы человек это пьет и он самый обычный, здоровый человек. Просто он пьет, ну как бы каждый день арт и все. Ну то есть, как бы в наше время это очень все, ну, ну как все хорошо. И больше скажу, у нас уже есть арт, потому можно пить по таблетке. Или, ну, как бы каждый день, или есть инъекции, Их можно делать раз в месяц или два раза в месяц, и все. Ну, то есть там укол, хоп, и все. А вот вопрос о инъекциях, вообще таблеток, что это дорого кости, или, например, если бы тебе выявили а такие заболевания, ты можешь рунуться до определенного центра, и они как выделяют бесплатно эти леки. Да, вообще ДКП, ПКП все это очень, ну, как я знаю, дорого стоит, но в Украине есть очень много фондов, что могут это выдать, ну, как бы бесплатно. То есть у нас есть киевский спеццентр, в который можно обратиться и там ну как бесплатно выдают и дкп и пкп и э, арт то есть это все бесплатно и доступно в целом главное это взять ну как бы в руки себя это или пить ну там раз в день в случае ну, ну как таблеток или ну там уколы делать то есть в целом э, именно в украине это доступно Угу. А ось про момент того, як передається також віл, ми маємо ну, розуміємо про статевий шлях. А які ще є види на сьогоднішній день? Можливо, знаєте, змінилося щось, і вже якимось, наприклад, видом не передається, а якимось точно передається. Нагадати нашим телеглядачам, щоб вкотре не акцентували тільки на тому, що це статевий шлях. Случай свіч, все, в принципі, так же, як і було всегда. Первое-наперво це через секс з кров'ю. также много кто забывает, что это может быть от матери к ребенку mm -hmm. в случае и беременности и самих родов и от молока даже может это быть и если например это инъекционные наркотики и люди ну там два человека используют ну как бы один да, то есть это все э, риск. Также, ну там, ну там в группе риска могут быть и врачи, ну то есть все, кто в общем-то как-то ну, могут работать с кровью, они все в группе риска. И, конечно же, очень важным есть э, там стабильно ходить там в лаборатории, в пункты по тестам, ну чтобы, там, ну хотя бы раз в квартал, раз в полгода сдавать тесты, ну как бы все в руках, да, чтобы было. Э, также очень многие люди э, ну как бы боятся путают есть мифы что можно там через ну там рукопожатия mm -hmm. э, объятия и поцелуи это все миф я читал как-то в книге я еще был в колледже и там было сказано так что э, получается в слюне в поте и в слезах сильно мало э, этого вируса но как бы теоретически ну как бы подхватить его можно но э, чтобы э, заразиться от, от да, надо выпить где-то 2 литра, от фото это ванна, а слезы это, ну, как бы бассейн. Я mm -hmm. сомневаюсь, что кто-то вообще способен выпить, ну, вообще столько наших жидкостей, да, ну, и поэтому это очень, ну, как бы забавный факт, и он, ну, как бы показывает, что э, не надо этого бояться, эти люди не прокаженные, ну, э, эти люди так, как и мы, ну, просто, ну, вот у них есть, ну, такая вот особенность, я бы даже так сказал. Тому можна обніматися, цілуватися і брати за руки, ну тобто все окей. Головне ну, сексу ну, і з кров'ю, щоб не було всяких штук. Місяць тому, приблизно місяць тому ви написали статтю, що Сполучені Штати винайшли таблетки проти Сніду і ВІЛ. Це факт, чи це поки ще ви не знаєте про цей момент? Я не думаю, что это факт, но в любом случае, нужно на это как бы время, чтобы были там исследования и проверки. То есть, ну, как бы, в любом случае, если так и есть, это очень-очень хорошо. Насчет вообще иммунитета против ВИЧ, я скажу так: я ну, не знаю, ну, как бы, насколько это актуально именно сейчас. Но была статья, одна, ну, как бы говорящая про то, что люди, что раньше, ну, вот. Средних века, что переболели чумой и выжили, вот у них э, остались, э, ну как бы барьер э, от виЧ. То бишь эти люди, ну там, ну там их ба папа, бабушка, ну и так дальше, э, кто болел, ну как бы чумой, сейчас их как бы потомки не болеют виЧ вообще. То есть в принципе врожденный э, барьер есть против виЧ, но просто э, его как бы особенность в том, что он бьет по э, там, ну ну, как бы по Т-хелперам, да, например. То есть это э, те клетки, что первые видят э, опасность крови и показывают, ага, этого мы бьем, этого нет. Вот в этом вот вся фишка. Они делают как бы, ну, вот ВИЧ он делает как бы саботаж у нас, ну, как в середине. И из-за этого все еще люди ищут или, ну, ну, как бы лекарства. но пока вот есть самое... Ну, как бы следовано, это АРТ. То есть, как бы, ВИЧ, он как бы переводится в, хрони... в хроническую форму. И в целом, ну, типа, люди могут жить. А вот, именно, чтобы прям было лекарство, ну, пока что, ну, хорошо, если будет лекарство. Но пока что... І звісно, мене нету. ми ще раз дякуємо. Нагадаємо, що 21 століття всі методи ми знаємо, як захистити себе, тому користуємося, і деякі такі моменти, які повинно знати, можуть зберегти наше життя. Так, ми нагадаємо, хто сьогодні розпочинав з нами ранок. Це Іван Білясник, соціальний працівник та консультант у сфері профілактики ВІЛ та СНІД. Сподіваємося, ви отримали для себе вкотре корисну інформацію. Дякуємо вам за перегляд цього відео і закликаю вас все ж таки прокидатися щоранку разом з нами з 8 до 11 на телеканалі Правда тут. А також нам цікава ваша думка, тому залишайте коментарі також підписуйтесь і ставте дзвіночки.